Как мы знаем, день появления на свет особенный для каждого человека. Празднуется он ежегодно, отмечается завершение очередного жизненного цикла и начало нового. В этот день заговоры, молитвы, обряды и всяческая ворожба обретают силу большую. Проверенные временем заговоры в день рождения привлекут в дом счастье и радость, достаток, позитивно заряженную энергетику, что продолжит питать вас силами в течение всех последующих дней года. И сегодня я поделюсь с вами одним из заговоров на привлечение денежной удачи к человеку в день рождения, а также расскажу, какие есть условия и запреты дня рождения. При помощи сочетания магии, собственного знака зодиака, момента появления на свет, направление энергии жизненного цикла на одну задачу можно многократно усилить действие любого заговора на материальную прибыль. Основная движущая сила таких заговоров – вера. Чем она сильнее, тем выше вероятность, что магия начнет работу скорее. Такой заговор направляется на исполнение одного единственного желания – искреннего и идущего от сердца. Исправление финансового положения в семье, поиск новой работы с удачными условиями, привлечение денежных инвестиций. И главное условие – это чистое желание и неукоснительное следование правилам обряда. Для проведения такого заговора потребуются 3 свечи из натурального воска, парафиновые или из иных искусственных материалов не подходят. Белая скатерть без рисунка и блюдо без рисунка, а также знание точного времени рождения. Обряд проводится в собственной спальне, когда одни в доме. Предварительно нагрейте свечи так, чтобы возможно было согнуть, но не сломать. Скатерть постелите на тумбу, стол или другую подходящую поверхность, чтобы, встав на восток, оказаться одновременным и лицом к застеленной поверхности. Визуализируйте желание. Представьте, как мечты сбываются, что вы везучи, и любые начинания оказываются удачными. Поток денег, что идет в ваш кошелек, не скудневает. Определенное время держите свечи у сердца, напитайте собственной энергией. После поставьте их на тарелку. Зажгите и начните чтение заговора. Господи, Боже мой, благословением своим меня одари. Приди через ворота дубовые, дорогою мощеную к столу моему, скатертью накрытому. Свечи восковые, освященные, мне принеси, да пыль золоченую, да трубу устребленную. Луна полночная по небу спешит, счастье в дом ко мне манит. От века и до веку будут мои слова по веку. Повторите заговор 3 раза. Важно не запнуться и не сбиться при чтении заговора. Дождитесь, когда свечи прогорят до конца, чтобы не погасли, не прогорев. В это время никто не должен входить в комнату. Когда свеча вдруг погаснет, зажгите ее от другой. После спрячьте предметы ритуала, скатерть, блюдо в укромное место. В течение года ими пользоваться нельзя. Но после разрешается применять как предметы обихода. До этого важно, чтобы никто их не видел и не касался. Это разрушит энергию заговора. Условия и запреты дня рождения. Никогда не желайте зла ближнему. Нельзя насылать порчу или проклятие при помощи заговора в день рождения. Условия и запреты в магии ясно говорят, нарушивший это правило на весь последующий год будет преследоваться неудачами и бедами, какие он желал другому. Поэтому этот запрет нельзя переступать, поскольку отмолить его или попросить прощения и очиститься каким-то образом просто не получится. В день рождения нельзя плакать от горя, думать или говорить о болезнях
или иных несчастьях, обсуждать тему смерти. Не жалейте и не говорите о собственных неудачах. В этот день ваша энергия и аура переживают обновление, и поэтому вы уязвимы для стороннего воздействия, и дурные мысли помогут недоброжелателю в его грязном деле. Не одалживайте денег, так как отведете деньги от собственного дома. После завершения обряда нельзя распространяться о том, что вы обратились к магии за помощью. Молчание и вера – это залог того, что желание сбудется. С заговорами на деньги, что читаются в собственный день рождения, любой может попытаться поправить материальное положение, здоровье или личную жизнь с помощью магии. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Возможно, эта информация будет тоже им полезна. Ну и, конечно, пишите в комментариях, какие у вас результаты.